Этот аппарат больше похож на пульт от телевизора, но управляет он человеческим организмом. Аппарат-сканер – это аппарат чрезкожной электронейростимуляции. Он позволяет снимать боль, улучшает циркуляцию крови. В домашних условиях он используется как противоболевое средство. Также он используется для улучшения тонуса человека. Используется широко в физиотерапии. За свою почти 40-летнюю историю бренд стал подспорьем для традиционной медицины, причем не только отечественной, но и зарубежной. На международном рынке торговый дом «Ритм» более 20 лет. География партнеров больше 30 стран. И при поддержке российского экспортного центра компания открывает новые направления. Достижения уже оценили и на государственном уровне. Предприятие стало победителем окружного этапа конкурса Всероссийской премии «Экспортер года». Это состязание, говорят специалисты, не только поощрение заслуг уже работающих компаний, но и мотивация для тех, кто пока не решается включиться в процесс международной торговли.